Компания Tesla продолжает штамповать модели с незатейливыми названиями. На этот раз небезызвестный Илон Маск в дизайн-центре марки представил новый семиместный кроссовер Model Y. Если быть объективным, это не что иное, как разновидность модели 3, только с приподнятым кузовом и опционным третьим рядом сидений. Машины делят 75% деталей. Поскольку новинка унаследовала у тройки почти всю силовую структуру кузова, кроссовер также обещает высочайший уровень пассивной безопасности, а коэффициент аэродинамического сопротивления и вовсе 0,23. В салоне кроссовера царит минимализм. Скрытые дефлекторы вентиляции и тачскрин на 15 дюймов. Сюда выводятся в частности показатели приборов. Зато уже в базе доступна стеклянная крыша. Автопилот, конечно, за доплату. Что касается показательной характеристики класса, объем багажника, то при сложенных сиденьях он составляет 1840 литров. Новинка будет предложена в 4 модификациях. Базовая предлагает лишь задний привод и сможет проехать без подзарядки 370 км. 97 км в час такой автомобиль набирает за 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 193 км в час. Цена стартовой версии – $39 000. Однако, по тесловской традиции, появится она в продаже только через 2 года. Более дорогие модификации предложат раньше – осенью 2020 года. Топовая версия, помимо полного привода, сможет предложить запас хода на 451 км. Моторы повышенной мощности и разгон до 97 км в час за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины – 241 км в час. Стоить такой кроссовер будет $60 000. Выпускать Tesla Model Y должен новый завод в Китае – Gigafabrica 3, которая еще не построена.